ребята, с вами как всегда Аня. И знаете, буквально час или полтора назад я вернулась с кинотеатра с просмотра фильма «Дом странных детей. Мисс Пилигрим». И хочу сказать, что этот фильм мне очень сильно понравился. У него очень классный сюжет, и сами персонажи были просто воплощены нереально круто. Кстати, этот фильм был снят по книге «Дом странных детей». Я эту книгу не читала, но думаю, в скором времени закачать ее себе на телефон в iBooks и прочитать. Ну что ж, ребята, давайте я отложу попкорн и приступлю к прохождению квеста в Шарараме. Итак, давайте же поскорее начнем. Я загружу Шарарам, сделаю полноэкранный режим. Мы сделали полноэкранный режим и нажмем играть. Хорошо, мы сразу же входим в Шарарам. Шоу на выживание, лови экстрим на пляже. Как я понимаю, мы должны направиться на пляж. Итак, нам говорят: приветствую тебя на шоу «Выживи». Это прямо голодные игры, только «Выживи». Привет, привет, Оса, давай в нашу команду. Лучшую команду ждет мега-испытание. Ты с нами вместе мы победим, и ты получишь дом или магию в подарок. Окей. В тот раз я выбрала дом, а теперь я выберу магию. Итак, нам нужно найти 5 бутылок с, как я понимаю, испытаниями или подсказки там и выполнить опасные задания с теми или иными персонажами в Шарараме. Первым делом давайте отправимся в Ромашковую долину, потому что знаешь, что там точно есть бутылочка. Обезвредить рой пчел, найди Джибера и выполни с ним это задание. И я знаю точно, он на главной площади. Такая музыка хэллоуинская. Хотя Хэллоуин уже прошел, но в любом случае... Помоги отвлечь пчел, собери мед в парке аттракционов, хорошо. Вот он мед, он нам, естественно, не хватать будет, поэтому мы должны будем ждать 15 минут, ну уже 14 минут, когда он опять будет готов. Но мы не будем сидеть сложа руки и пойдем дальше искать самих персонажей и бутылочек с испытанием. Добудь кокосы из пальмы, найди Сяо Мяу, выполни это задание. Хорошо, сейчас мы найдем его, ее, точнее. И она находится на пляже. Как-то было бы лучше, если в пиратской бухте там пальмы есть. Логично было бы. А нет, нет. Логика, не слышу. Я сбиваю кокосы с пальмы. Помоги их найти, верни заодно бумеранги. Хорошо. Вот что мы должны не нажимать, а просто мышкой клацать по каким-то местам. Мы должны найти бумеранг и кокос. Ну, в общем, вы поняли. Так, здесь ничего. О, вот еще. И нам осталось еще найти 2 кокоса и 2 бумеранга. О, вот кокосы мы нашли, все хорошо. Так, у нас осталось 45 секунд. Мы должны найти последний бумеранг. Вот он. Ты мне помог очень, но очень спасибо. Хорошо, теперь идем искать другие, во-первых, бутылки, а потом других персонажей. Идем мы сейчас в затерянный каньон. И хочу сдать вам подсказку, то что все бутылки, кроме одной, находятся в воде. Залезь на вершину самого высокого дуба, найди сирену, выполни с ней это задание. Нам нужно в дремучий лес. Там есть дуб и деревья. Посчитай, напиши, сколько веревок нужно, чтобы добраться до вершины самого высокого дуба. 5, если я не ошибаюсь. Спасибо, очки, милые, ты такой душка. Хорошо, выполнили ее задание и идем дальше искать персонажей. Я помню то, что один из них находится в пиратской бухте, а точнее бутылочка с испытанием. Вот она здесь. Задание 5, оседлай акул, найди Джей, выполни с ним это задание. Мы должны будем идти в морской порт. Приручи акулу в порту, прокатись на ней и набери 500 баллов за один раз. Хорошо. Ты набрал 610 баллов. Ты мне помог, реально помог. Теперь-то все будет окей. Хорошо. И сейчас посмотрим, сколько нам еще осталось найти бутылок. Ага, осталось найти всего что одну. Это хорошо. И она, если я не ошибаюсь, находится на Снежной горе. Переплыви океан, найди сумрак и выполни с ним это задание. Сейчас будем его искать. Скорее всего, он находится в пиратской бухте. Чтобы переплыть море, надо плот построить. Помоги, собери кусочки пазла. Окей, круто, ты мне очень помог.
И идем дальше, теперь мы должны пойти, по идее, так, я сейчас вспомню, где эти пчелы-то. А, в парке аттракционов. И подождать, когда они принесут мед. Это будет через 8 минут, а пока что я посижу в своем клубе. Открываем клуб для посещения. Привет, Аня, привет. Привет. Ты снимаешь? Да, я снимаю, нужна камера. И, кстати, ребята, помните, я говорила в одном из своих видео, то, что я хочу устроить в Новый год конкурс на Furby Connect. Если вы не смотрели мое видео про Furby Connect и про милого Фербишку, то ссылка будет на все эти видео в описании. После просмотра этого видео обязательно посмотрите. Так вот, я вам хочу кое-что сказать насчет этого конкурса, как говорится, приоткрыть маленькую тайну. Это то, что я буду проводить конкурс среди самых любящих подписчиков на моем канале. То есть те, кто делают репосты моего видео в свои социальные сети, подписан на меня в разных социальных сетях, в том числе и на Ютубе, лайкают все мои видео и пишут комментарии на Ютубе. Вот я вам сказала такую маленькую тайну. И, кстати, ребята, какой бы вы хотели расцветки Furby Connect, напишите в комментариях. И тот цвет, которого наберется больше всего комментариев, на тот цвет я и устрою конкурс на Furby Connect. Пока что побеждают голубой или рыжий цвет. Можно сказать, они идут наравне. Но к Новому году может что-то измениться. Аня, может вопрос? Конечно. Тебе сколько лет? Мне 11 лет. Ребят, напишите в комментариях, сколько же лет вам. Можно вопрос задавай. Ты когда родилась? Я родилась 20 июля 2005 года. Какой квест ты выполняешь? Я уже забыл название. Шел на выживание. Аня, можно вопрос задавай. И, ребята, я хочу повториться, то, что если вы хотите задать мне вопрос, то не нужно писать, типа, можно задать мой вопрос, можно задать вопрос. А сразу же его задавайте, и если вопрос будет интересным, и я сочту то, что я могу на него ответить, потому что он интересный, так я на него отвечу в видео. Тебе не надоело снимать? Нет, мне не надоело снимать, потому что мне нравится снимать видео для вас. А, ты смотришь «Танцы на ТНТ»? Ну, нет. Признаюсь вам честно, хотя моя мама очень любит смотреть эту передачу, все время, каждый вечер, когда готовит ужин, смотрит ее. Но она сама по себе прикольная, конечно, посмотрела некоторые ее серии. То прикольная сама по себе передача, но не по мне. Не по мне. Мне по душе больше канал СТС с Воронинами, потому что, знаете, хоть такой сериал уже древненький, но все же мне он очень нравится, потому что он ржачный, смешной очень. И еще мне очень нравится сериал, который называется «Сваты». Даже помню, еще выходил фильм «Сваты». Я смотрела все серии сезона про сватов. И мне нравится то, что они очень смешные, даже наравне с Воронинами. Потому что, я повторюсь, они очень класс смешные. И еще, вспомнила Аня, вспомнила, 6 кадров, потому что, знаете, такая передача очень классная, это не то, чтобы, можно сказать, сериал. И, ребята, кстати, напишите в комментариях, что вам больше нравятся, «Сваты», «Воронины» или 6 кадров. Аня, что ты зависла? Нет, я не зависла, просто понимаете, если я вам не отвечаю в шарами, то знаете то, что я, значит, вам отвечаю в видео. Все, пора уходить. Опять в парк аттракционов, и дальше буду проходить квест. И позже я опять вернусь в свой клуб, чтобы посидеть с вами после видео минут 10. Хорошо, и по идее мы должны на главную площадь. Ва, отлично справляешься, возвращаешься на пляж, есть крутое задание. Ребята, вы самая крутая команда, мы отправляемся на мега сложное задание. Ура, а куда? Мы летим в космос на планету Джунгля. Отлично, едем, точнее летим, все на космодром. И они сразу же исчезли. Логично. Джунгля, отправляемся. Я помню, даже я не с первого раза туда отправился, потому что нужно выйти, нажать на него, опять выйти, опять войти туда и нажать. Объяснила Аня. Идеально. Артистов окружили живые джунгли. Вокруг Эдже 8 деревьев. Посчитай и напиши, сколько деревьев окружило других артистов. Это 18, это 11, а это 11 плюс 18, 19, 29. Если я не ошиблась. Ты покорил космоджунгли, кликни на артистов снова.
Фух, устали, пора отдохнуть у костра. Ага, я даже подпою вам. Песня начинается, кто-то приближается. Где? Окей, хорошенький кругликой, сейчас мы вас съедим. Хотя вы откуда прилетели, спасибо, мы из Шарама. Да, мы хорошенькие. Предупреждаю, я в Шараме таких миллионы. Обидьте нас, они отомстят. Так, сейчас не видно, там эта футболка в подарок мешает. Не видно ничего. Ну, походу, они говорят то, что они как раз в Шарам хотят. Вы пожалеете, куда же вы? И не улетели. С парашютом. Логика. Скорее, в Шарам найдем джунгляны, спасем из смешариков от сетей. А не на площади больнички. У нас на планете едят все круглое, оно ведь самое вкусное. Готовьтесь готовиться. Не делайте из меня варенье, я еще так молод. Всего лишь 85. 85? Молодой только, знаете. Джунгляне, а ну оставьте питаться. Ты в школе биологии это проходил? Как это мы можем перестать питаться? Смешной. У нас в стране куча вкусной еды, еще круглее, чем смешарики. Жозе Эклер прекрасно готовит. Я вам принесу. Я только что вспомнила, то, что у меня в холодильнике остались берлинские печенья. Надо потом съесть. Знаешь, так Аня вспомнила. Прям посередине видео. Этот вкусностей напек забирай сколько хочешь. Пончики, тортики, мармеладочки. Яблочко, конечно, вкусно, но все же. Так, сколько пончиков? 4, 5, 6, 7. 7 пончиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6, а здесь 5, да? Нет, здесь 4. Раз, два, три, 4, 5. И здесь 3. 7, 6, 4, 5, 3. Окей, скорее накормим вкусняшками джунглян, пока они не съели смешариков. Трагедия-то какая. Ну, съедят пару смешариков, там, в принципе, такая небольшая потеря. Их тут сотни, тысячи, миллион, нет, миллионы я не могу так сказать. Кликай левой кнопкой мыши и удерживай ее, чтобы джунгляне наелись. Накормил джунглян, и ваша команда победила в шоу «Выбери подарок на пляже». Хорошо. Ладно, не будем из смешариков есть и возьмем тептелек в дорогу. А, на пляж мы должны идти точно. Тептельки. Сразу захотел скушать, хотя сегодня уже ела, в принципе, перед видео-то. Нормально поела, но все же. Магия сирена в джунглях, вот выбираю именно ее. Иду к себе в клуб. Там, во-первых, я сначала пробую магию. Пока никого нет, чтобы магия работала нормально, в общем, чтобы не лагала. Сколько уж у меня магии-то? Раз страница, два страница, три страница, четыре страницы. Четыре страницы магии. Давайте, к примеру, переместимся вот сюда. А, типа сирена нас забирает, так и... Прикольная магия. Вот сюда вот хочу сесть. Так. Не, ну прикольно, значит, она так тебя забирает, типа полетели! И теперь уже открываем клуб, чтобы вы все вошли, я с вами пообщаюсь. Аня, привет, привет, ребята. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Аня, может вопрос? Конечно. Кстати, ребята, я тут вспомнила про кино, и я хочу еще кое-что сказать. Во-первых, сейчас выходит два фильма, которые я вот очень сильно хочу посмотреть. И это «Взломать блогеров», которые в главных ролях Ивангай, Марьяна Ро, если не ошибаюсь, и Саша Спилберг. Поэтому мне хочется посмотреть, думаю, фильм будет классным. И второй фильм, который я очень хочу посмотреть, ну хотя он тоже 16+, но про Гарри Поттера. «Фантастические твари, где они обитают». Это там еще книга есть такая, она у меня в телефоне закачана, я еще ее не прочитала. Но все же в кино выйдет фильм этот. Я его описание видела, сейчас попытаюсь вспомнить. В общем-то, там по событиям книги за 70 лет до того, как ее нашел Гарри Поттер. Ну, то есть... Ну, извините, там должен был его учиться дедушка или прадедушка, как минимум. Будет интересно посмотреть. Ребята, еще напишите в комментариях, какие же фильмы в кинотеатрах вы сейчас хотите посмотреть. И, может быть, вы что-то мне порекомендуете посмотреть какой-то фильм. Когда видео выйдет? Ну, думаю, завтра, в воскресенье или в понедельник.
смотря как поет. Воскресенье завтра, а потом в школу не хочу. Не хочу в школу. Хочу дома сидеть, видео монтировать. Не хочу в школу. Аня, можно вопрос, конечно, задавай. Сколько тебе лет? Я уже отвечала на этот вопрос. Мне 11 лет. А как дела на канале? Хорошо у меня дела на канале. Кстати, на моем втором канале, который называется Нюша Звездочка, кстати, подписывайтесь на него, я готовлю один очень классный проект. Ну, я даже не буду говорить, какой, потому что, знаете, я его очень долго уже готовлю, так что, думаю, в скором времени он уже выйдет. Как ты провела каникулы? О, каникулы я провела хорошо, то есть в компании родителей, и сегодня, как я уже говорила, пошла в кино вместе с моей подругой Миленой. Про нее когда-то вам говорила. А, видео про гироскутер. Ребят, кстати, если вы не видели видео про гироскутер, обязательно посмотрите. Я, может быть, оставлю ссылку в описании, если ее там не будет, то тогда посмотрите на моем канале, это видео уже есть. Какая музыка тебе нравится? Я меломан, мне нравится вот разная музыка, может быть даже рэп, рок, ну классическая, ну да, мне нравится классическая музыка, но не так сильно, как остальные жанры музыки, например, поп. Мне сейчас шарами говорят то, что я сейчас зависла, я сейчас вам напишу то, что я не зависла, я отвечаю видео на ваши вопросы. Аня, что? Привет, напиши, ну, привет. У меня завтра день рождения. Ну, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе счастья, здоровья, любви. Классическое, конечно, пожелание. И хороших оценок в школе. Когда ты выложишь это видео завтра? Как обычно, в обычное время. Аня, что? И, ребята, кстати, напишите в комментариях сейчас под этим видео, хотите ли вы в школу после каникул. Сейчас я у вас это спрошу в шарами. Я вот не хочу. Хочется дома сидеть. Так хорошо. Сейчас снег у нас в Москве. Да, это ноябрь. Это ноябрь месяц. Снега. Ну, конечно, не такой, чтобы снеговый коф любить и в снежки играть. Но в любом случае он есть. Это уже хорошо. Это, знаете, летом, типа, какая жара, хочу... Хочу, чтобы поскорее была зима. А зима такая, забирай свои слова обратно. Хочу лето обратно. Хочу такую нейтральную погоду, как весной. То есть, вроде бы и холодно, но вроде бы и жарко. Потому что, знаете, когда я в школу хожу весной, то утром холодно, как будто бы зима. А такой со школы идешь, жара, солнце, знаешь. Все куртки уже все сняли, все пиджаки сняли такие, идут домой. Она отвечает, но на видео. Вот правильно человек говорит. Я не могу вам всем вот про сразу же писать именно в шарами. По большей части я буду с вами общаться именно в видео. Поэтому, когда вы увидите это видео, то тогда вы увидите ответы на все ваши вопросы, которые вы мне задали вот именно сейчас. Аня, быть ютубершей трудно? Ну, поначалу казалось это вообще не трудно, потому что, в принципе, в монтаже как-то... Не особо разбиралась, я, кстати, монтировала в iMovie. Ну что ж, ребята, сегодня я вместе с вами прошла новый квест с шарами. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч, всем пока-пока!